Друзья, всем привет! Конец выходных дней, отлично провели время. И можно закрепить геройскими битвами. Так, сколько я где-то по дня 3 не стримил, да, получается? Попробуем немножко вспомнить, как это делается. Так, начинаем. Будем катать премиалку. Да, let's get play. Так, балансе премиум. Так, я такой на таком расслабоне, конечно, но я думаю, все получится. Очень сильно расслабился за эти выходные. Это может и хорошо, так и надо было. Так, у нас накрыто. Ждем оппонентов. Что там у нас по лобби, как активность? 2300. Прилично. Ну, пока тишина. Так, к нам кот пришел. Привет. Фиба. О, и соперник сразу пришел. Кимакана. Так, Кимакана, по-моему, играли уже. Так, кот, ну камон. Там не пролезть. Но кот пролазит. Так, голы. Поехали. Так, у нас сеньор Анаин против Алкина. Так, Анаин, Алкин. Анаин. Дают воздух. Как бы неплохо под Анаина. Но СП там нет никакого, и статов нет. Вот здесь хорошо, кстати. Еще и усилочек. Или вот это, да, тема. Не, вот это будем брать. Это мне не устраивает. Так, смотрим на нашего Анаина. 12-4. Скорость или нет? Дезмораль, кстати, очень важна. У нас скорость уже есть. В принципе, достаточно, я думаю. Плюс 2. Ледышку дали, да? Поднять мертвецов и клон. Короче, намек на воду. Ну, вода, мораль в идеале. Давай так попробуем. Вода, мораль. Пока мимо. Но мораль взяли, а вот с водой что-то у нас проблемка. Ну, давай деф тогда. 10% дефа. Что-то не сильно мы качнули атакующую магию. Статы бешеные, это правда. 17-я атака, ни хрена себе. Как для мага. Так, ну воздух хороший. Так, ну мне хватит, сколько там мне дают. 84 манны. Абсолютно хватит. Покупаем СП-шечку. Так, ну что ж. Кто тут у нас? Так, с моралью все шикарно. Девять монахов можно закупить. Круто. И, конечно, их лучше улучшить. Так, ну у нас осталось, по-моему, пяти стрелки. Давай одного пита возьмем, грейдженного.
Так, дай подумать, как стать. Давай ты тут. Тут 50 денег осталось. Ну, можем нах поделить, в принципе. Или волшебных. Не, давай поделим нах. Вот так. Так, защита от воздуха есть, хорошо. Алкин, конечно, будет со статами, но у нас тоже статы соответствующие. Стрелка слабая. Клон неплохо, кстати, можно. Под 9 монахов заклонировать их. Так. Блин. Ну что, я готов. Посмотрим. Так, ого. У него тоже 24 боевых, у меня 22. Клон есть, да? И болтики есть. Ну давай, вейт. Пускай атакуют. Черный дракон неприятно. Может, палатку надо будет убить в первом раунде. Может, хоста. Хотя мне хоста тут особо ничего не дает. У меня и так, в принципе, быстрые ребята. Дизмораль может его еще подруинить. Блять, молитва это сильно. Молитва на Алкине с такими статами. Плохо дело. Не все добегают, правда, но основные добегут. Так, да, придется, наверное, палатку сносить и пытаться выбить дракона черного. Так, Аидыч, здравствуйте. Слава демону. И тебе привет. Та, разваливаю. Я в таком расслабленном состоянии, что-то аж думается плохо. Очень хорошо отдохнул. Блин, больно ударил. Поэтому насчет разваливать что-то я не уверен. Ну, сейчас посмотрим, как пойдет. Первая каточка. И что-то мне уже не нравится раскладик. А, больно. Так. Палатку по-любому под снос. Вау, есть одна дизмораль. Серьезно? Конечно. Бычок сработал. Go BO3. Да я хотел сейчас размяться чуть-чуть. Можно будет. Я еще как-то не в тонусе просто. Так. Сейчас только с черви доиграю. Ну давай, я не против. То 73. Так, давай, наверное, быка подопрем чуть-чуть вот здесь. Чтобы не сильно бычара бегал. Или в лошадку. Лучше в лошадку, наверное, заехать даже. Давай так. Так. Думаю, думаю, думаю. Да, наверное, бычка будем по чуть-чуть тут щипать. Блин, вонючий бык разваливает.
Ну, лан тогда 2 сыграю, окей. Так, давай здесь бить. Так, пропустил. Пропустил. Так, кого убивать? Блин, тут все опасные. Камон просто. Все опасные. Надо лошадку, наверное, убивать все-таки. Бьем лошадку. Фу-фу-фу-фу-фу. Конечно. А как иначе, да? Сопротивлял. Да нет, здесь я не вытащу. Мне тут кажется, все как-то... Сейчас, если еще у него будет кольцо майка, ой, кольцо воды какое-то, то все, тогда отлетаем. У меня и так ударной магии мало. Еще и не сработало на лошадку. Ну, у него ходит лошадь, блин. И сейчас запинает Джаггернаута. Да, Джаггернаут не жилец. Хотя... А, он туда решил. А, так все, книга воды, блин, серьезно. Хотя там не книга воды, он щиток взял. Но ему вода выпала, блин. Тогда все. Тогда все, мы тут не вытащим. Резуректа нет. Кольцо там сколько? 94. Ну давай, вишенка на торте. Бычок убивает дьявола. Этот бычок уже и так нагу убил. Этого убил. Так, хорошо. Та тут... Уже так, чисто формальность. Против кольца я не выстою просто. Unreal. Добивай. Тут легко у него все пошло. Молитва. Кольцо холода. Хорошо все сложилось. Такое впечатление, что там книжка воды. Ладно, нечего мучать. Сейчас я даже посмотрю. Ну, это не книжка воды вроде. Вроде как. А ну-ка. Где тут? Давай вот эту. Не, game begin. Вроде как по статам он щит взял. А, вот это он взял. Книгу воды все-таки взял, не щит. Хотя и щит у него тоже был. Что-то не запомнил СП-шка. Не, вот это он взял. У него статов было много. Вроде так. Хотя нет. Книжку воды, да, там было у него... Да, шапка, у него была манна. Ну, книжка воды хорошо сыграла. Так, начали плохо. Да я по прокачке был недоволен. Болтик на 90 для мага, это не серьезно. Game go. Так, ладно, сейчас мы будем наваливать. Кира Джилу. Так, книжка огня. Ну ничего, что-то хотелось бы получше. Ой, Кира, что ж тебе взять-то получше? Ну, книжка огня смотрится неплохо с блокировкой, да, с вот этой. Да, кстати, с блокировкой нормально смотрится. Статы маленькие будут. Антиберс будет.
Мы сможем огнешаром чисто играть. 4 наги, то есть рукопашники тоже неплохие. Плюс у нас будет этот, жертва. По-моему, неплохо. Да, этот вариантик мне нравится. Давай его разыграем. Если получится. Так, ну вот, 4-4-6-3. Интеллект надо взять и огонек. Еще рез дали. Под 4 наг рез это очень хорошо. Интеллект по-любому. Интеллект обязательно. Ну и огонь как бы хотелось бы, конечно. Ну на крайняк землю тогда возьмем. На самый крайняк. Так. Ну, машинку я брать даже не буду. Особо бесполезно. Так, что-то не огня, ничего нет. А мораль, кстати, хорошо. Давай мораль. Устроит моралька нас. Вот огонь, но поздновато уже. Плевать на огонь. Так, у нас есть рез. Уже можно на одном резе катать. Так, 120 манны. Вроде прилично. 6 ресов. Но манны много не бывает, я думаю, да? Купим еще, наверное, знаний. Вот так вот. 135. Это уже поинтереснее. Ну вот, ставка на 4 нах будет хорошая. 4 наги топ. Сейчас, подожди, джины. Мы сейчас посмотрим, что по денежке. И купим джинов сколько надо. Так, 3700. Можно питов купить на 3000. Но это, наверное, мы не вытащим. Нам надо та 2 джина. О, 5 питов будет, хорошо. Питы нормально рубят. Так, фен здесь. Так, так. А, так. Наверное, вот так. Или вот так даже можем стать. Берсы не будет. Ну все, ставка на рез. Конечно, кольцо нас убивает. Если у него будет кольцо интереса, то это плохая история. Тогда, ну как плохая, останемся с шариком. В принципе, можно и им поиграть. Шарик будет где-то на соточку, да? С 11 останется 7. 70, 85. Ну, супер, палатку убить уже можно. То есть в любом случае мы с шариком, ну либо максимально мы с этим, с ресом. Поехали. Так, набрал джинов, всякую фигню понабирал. А, там 50 манны. Ну окей, 50 манны. А, вот эти у него опасные. Так. Давай. Надо от ифрита попрятать джинов. Даже не знаю. Давай так, наверное, станем. Блять, ты прикалываешься. Ну, животное, ну как так? Вот другого не может быть артефакта. Черт. Просто черт. Я в шоке, конечно. Ну на. Просто кольцо вот надо обязательно взять. Ну сиди без магии, посмотрим, что у тебя.
Вот это проблема, их надо руками убивать, получается. С Ресом тут вообще изи победа. А без Реса сейчас будем пробовать. Блин, еще и Фрид, кстати. На него же не действует огонь. Черт. А что там по морали? Ну, морали хотя бы минус 3. Блядь, еще один с экспертной водой. Вы что, заговорились сегодня? Еще такую паузу сделал. А что же мне кастануть? И кастуют водичку. Молитва. Так там еще и кольцо может быть. Там еще и кольцо холода может быть. Тогда печально. Пропуски могут спасти. Но пропуски меня уже давно не спасают. Что-то у соперники играют с минус 3, как у себя дома. Вон, все будут ходить. Это уже прям классика какая-то. Ну, молитву надо. Ну, контрудар неплохо. Молитва была бы еще круче. А, у меня минус 1. И у меня пропустил. Как же мне это знакомо. Да. Давай стоять на месте тогда. Не хочу под эту четверку попадать. Да не, без Реса тут, наверное, не выиграть, блин. Это ему выпадает книга воды, и рядышком лежит кольцо. Вот такие совпадения. В кого он кинул? А, в Феникса. Мне надо пытаться и Фрита как-то выбить. И вот этих, я не знаю пока. Титана, ладно, Титана мы можем огнешариками закидать. Интересно, кстати, с кольцом фен... Не, наверное, точно тоже не реснится. Не возродится из пепла. Ну да, он все кидает сюда, что-то. 47, блин. Смотри, как катает, блин. Как же он катает. Ну я Джина, наверное, не вы... Блядь, ему хватило. 82 с восьмой атакой. Охренеть. Что-то пошло плохо все. Что первая игра, что вторая. Если сейчас опять не будет пропуска во втором раунде, то мы не тащим. Если это сейчас вся дружная компания походит... Ну тут, блин, даже если... Вот этот не пропустит, как его убивать? Его можно, конечно, под бешенством лупануть. Ну посмотрим сейчас, не знаю. Пока выглядит как-то очень грустно все. Уще убил Феникса, блин. Как ему хватило урона? 25-50. Дракон наносит 82. Охренеть просто. Восьмая атака. Ну, я понимаю, там эксперт атаки у него. Но все равно какой-то урон. От костяшки я такого что-то не ожидал. Какой-то такой овердэмэдж нанес. Там, по-моему, Феникса, кстати, и было что-то там около 80. Ну вот, у него опять все ходят. Блин, я не могу. Меня эти минус 3 морали так бесят. Почему оно так работает? Антимагию кинул? Блядь, серьезно? Джин кинул антимагию? А, не, это он. Ну тогда ладно. Тогда это еще хоть как-то объясняет.
Ну, блин, что я тут могу кинуть? Из глобального, наверное, ничего такого не кину. Сейчас кинуть бешенство, да? А, не, кстати, от Титана щиток хорош. Решил тут атаковать, да, нас? Мне нужно в любом случае, наверное, палатку убивать. Раз я нага ни до кого не достаю, надо сносить палатку. Или этого дракона чертова убивать, блин. А телепорта же у нас нету. Нету телепорта. Хотелось бы, конечно, так. Мне, наверное, Костянова нужно убить. В любом случае. Костянова надо прибить. И желательно султанов. Блять. Ну вот, понимаете, что я так психую? Вот у чувака минус 3, блин, 0 пропусков. У меня минус 1 пропускают топы, блин. Ну, я не знаю, как с этим бороться. Так оно кумарит, эта тема. 2, блядь. Ну вот что это происходит? Ну вот почему оно так? Ну не должно быть так. Я питом бы мог убить, теперь я не убиваю его, да, получается? Да, теперь я не убиваю. Вот просто из-за того, что пит пропустил, я теперь не могу убить Костянова. Да нет, тут не выиграть уже, понятно. У него еще и удача будет работать, супер. Ну вот сейчас третий раунд. Если не будет пропусков хоть каких-то, то, ну, это забей вообще игра. Ну, нас Рес тут вытаскивал, а Реса нет. Еще антимагия там на сколько раундов? На 3. Ну, мне нужно попытаться убить элементалов вот этих. А потом чисто шариками закидать Титана. Ну вот, больше вариантов особых и нет. А еще Султан Ифрит живой. То есть я мог в прошлом раунде нагой убить джинов, а отродьями убить призрачных. Еще часики. Ну и... Вот смотри, что творится. Оно что-то, я вижу, пошло как-то плохо. Ну это издевательство, просто. Дайте я закончу эту битву, тут уже бесполезно. И смотри, пропусков нет. Ифрит походил, Титан ходит. Вот так чуваки катают. Минус 3 морали и плевать на все. Ну вот как у него так? Вот что так выпало? Выпало... Почему он взял это долбанное кольцо? Книга воды, вот, не взял книгу воды. А, он взял книгу земли. Блять, чувак берет книгу земли и берет кольцо антиреса. Господи. Ну вот как они играют. Вот как они, блядь, играют. Ну я не могу на это смотреть. Две катки минус 8 ПТС. Ну и да, если первая катка там, ладно, в одну сторону, там сильная сдача. То здесь чувак берет статы, берет книжку земли и не снимает кольцо.
Просто не снимает. Нахера его снимать? Я же взял книгу Земли. Логично. Все вот так играют. С книгой Земли и с кольцом. Это, блин... И вот такая глупость блядская, его вытаскивают ему игру. Просто это же глупость, блядь, ну. Но оно ему вытягивает игру. Я про минус 3 морали я молчу. Ни одного пропуска за игру. За 3 раунда. За 3 раунда 0 пропусков. У меня 3 пропуска с минус 1. Даже если у тебя рест, законтрить рест демон. Да он об этом не думал. Законтрить, он просто, блин, наш взял и побежал. Это так... Какой там контрить рест демона? Не, ну если ты видишь Джедита, то конечно. Ты видишь не Джедита, ты видишь этого... Киру. Ты видишь Киру, у тебя есть кого ресать, потому что у тебя Титан, у тебя есть... кто там у него были еще? Титан точно был. 4 волшебных у него было. А, и 2 эфрита, кстати, тоже под рес. Там было там кого ресать? Там было кого ресать вообще чудесно. Глупость в данной ситуации. А ты назвал кучу условий, когда это не глупость. Так если так профантазировать кучу условий, так конечно можно из любой хуйни придумать, что это гениальный ход. Я говорил конкретно в данной ситуации. У чувака есть куча манны, книга земли, он играет с кольцом. Вот это глупость. Ну вот. Вот, смотри, лежит книга земли, у меня Гирвульф против Гриндана. Я, наверное, одену кольцо 100%, хотя у меня есть шапка вроде как. Наверное, я одену, потому что ж Гриндан же земляной. Он тоже может быть с КЗ. Давай мы ему законтрим, наверное. Так, думаю, что тут взять. Статов можем набрать вообще много. Ну, блин, войска не очень. КЗ-ха с этим... Что-то часто падает. Да не сказал бы, что часто. Это вот сегодня так пошло. Я КЗ бывало, не помню, когда видел. А тут да. Тут прям 2 игры и КЗ-ха с колечком падает. Блин, так хочется статов набрать под Гирвульфа. Против... Ну, хочется КЗ-ху вцепить. Если мы возьмем землю на Гирвульфе, то нормально можем ресать. Лошадки есть. Лошадки хорошие. Байтерский комплект, кек. Ну, шапка просто есть. Если бы там не было шапки и валялась КЗ, я бы не взял бы. Но уже есть шапочка. В принципе, осталось только взять землю. Ну, болтяра еще есть. А тут печально, кстати, магия, если бы не КЗ... Ну все, ловим землю. Если земля не выпадет, на крайняк ловим воздух тогда, наверное. Так, мудрость нам не интересна. Вода. Даже блесса нет. Даже блесса нет. Ладно. Так, что-то похоже пока все мимо. Можем взять, кстати, стрельбу под этого. Под нашу пушку. А, вот земля, блин. Ну вот что так поздно? Я уже переобулся на другое. Ну ничего. Так, 2 СП превращаем в 3. 6-10. Ну так, слабенький, конечно, кач. Но его тоже может хватить. Так, нежить я брать не буду. Не хочу, наверное, брать нежить.
4 лошадки, вот наш основной стек. Под рез. Так, и фритосики, хорошо. Плюс 3. Так, соперник уже готов. Давай, деревяшки. Так, питы. Не, давай сначала виверн купим. Мы, кстати, можем червяка взять, чтобы его закрывать трупы. Да, давай купим червя. Если там у него рез, то будет вот такой у нас антирез. Так, питы. 1500. А виверна сколько стоит? Давай, лучше двух виверн купить. И одного пита. Так, лошадка где? По центру. Ифрит здесь с этой с виверной. Давай. А хотя, кстати, нормально стоим. Нормально стоим. Погнали. Так, мораль хорошая. Плюс один. Гоу. 14-6. Но хоть ману не пополнил. И на том спасибо. 14-6, 14-7. Вот это статы у парня. И плюс 2 скорости, чтобы ворваться, да, в меня. Нихера себе. 241. Это у меня чудик отлетает сейчас. Только кони и чудик. Не, чудик у меня пока выжил. 9 хп. Но рез есть. Но правда, чудика мы не подымем. Вот в чем прикол. Давай тогда слепу пока. Или виверну лучше. Кого лучше слепить? Кто больше урона нанесет? Птичка или виверна? Ну, виверна побольше херанет. Стопудово. Так, этот не долетает. Ну, чудиком снимем ответку. Что-то армия говна какая-то. У меня или у него? У него статы лютые. Так, ты подожди. Чудик уничтожил. Просто уничтожил. Сейчас сожрем труп. Так. Надо палатку, наверное, сносить первым делом. Или сюда пульнуть. А, ну уже палатка полечила. 50... А, мы можем птичку убить, кстати. Давай птичку убьем. Так, тут деф, деф, деф. И жрем труп. Так, и еще один деф. Ну, болтяр... Вот ты написал про болт, я получил болтяру. Хорошо. Давай птичку тут разминать. Сейчас будет он лошадку мою убивать, да? Да, но мы будем лошадку ресать. Лошадку будем ресать. Так. Кстати, можем прикрыть этого парня. Я хочу сейчас через труп птиц сожрать. На тебе, скотина. А как ты хотел? Жопа сгорит. Ну, чуть-чуть начал подгорать. Я вроде такой расслабленный был, уставший, но такая несправедливость меня сильно, сильно бесит. Так, снять ответку 28. Ну да, можем, кстати, снять.
Спрячемся, да? Спрячемся от этой штуки. Один хп. Обидно. Деревяшек прибил. А чё не лошадок? Так. Давай, вейт. Так, тут два осталось. Wait. Ну, мы заслепим эту херню, наверное. Давай так. Да, надо заслепить пока этого. А чё ты труп не сожрал? Странно. Блядь, антимагию бросил, серьезно. Вот чё труп не сожранный и выживает, получается, у него. Так. Ну я могу тут поснимать ответки. Давай пока wait. Wait. Я вижу, что ноль маны. Сюда победку. Тут хоть и мана была бы у него, все равно не спасло бы его. Хотя статы у него, блин, страшные. Куча атаки, скорость и ударка. Сильно. Ману забыл, так ты продал. Продал? Это типа, что, продлил? Продал. То, что ману, ой, это самое... Напишем ага. Что-то я ага. То, что ману не пополнил, это ага. А что там продал? Продул бы. Я не уверен, что я продул бы. Все-таки рес у меня. Хотя тоже мана не густо было уже под ресы. Так, у меня ще три. Луна. Луна кар. О, наконец-то хоть Т7 стали получше приходить. Оп, нафейлил. Так, а я вроде ж, так судя, так на глазок. Даже если бы у него манна была, он не успевал меня перебивать. Так, стоп, а ну-ка. Два щита, три шапки. А, тут еще есть латы. Так. Блин, все такое очень прикольное. Водичка тоже смотрится клево. Есть статы, 3-3, 2 СП. Луна воду возьмет. Тут бы, вот это, смотри, какие хорошие все сектора. Вот прям все сектора четкие. Куда ни плюнь, хорошо. Тут шапка, латы, блокировка разума, лук золотой. Ну, правда, лук золотой стрелков не густо. Да, это отпадает. У нас стрелков нет. Водичку хочется взять, поймать молитву. Ну, либо вот, тупо, блин, все. По максимуму, да. Куча манны. А, два щита только не прикольно. Ладно, берем водичку со статами все-таки. Кстати, с шариком прикольно. То есть, если у него снять, я молитву не снимет. 4-3-8-8. Хорошо. Вот какая печаль. Если бы я не взял воду.
чем бы я играл? Вот этим барахлом? Я как чувствовал, книжка воды must have. Книжечка воды четко легла. Без воды вообще ничего не было, да? Там только одна волна смерти из ударного. Да, печаль. Не взял бы я книгу воды, все. Сасамба. А так катаем. Ну что, берем воду. Изи. Разум мне не надо. Мораль, да. Вот это то, что надо. А если у него гипноз, его не снимешь ты. Кого он за гипноз? Это какой должен быть гипноз? Какой должен быть гипноз, чтобы забрать, допустим, ангела? Фена может забрать 200. Ангела уже вряд ли. Я готов рискнуть. А так ты прав. Кольцо может... Ой, шарик может мне повредить. Ладно, давай так, хорошо. А вдруг... Хотя Катберт, блин, сколько там гипноза должно быть? Хотя ладно, он может взять латы какие-то, и тогда гипноз будет крутой. Оставим, короче. Оставим нам шанс снятия все-таки. Послушаем старого Идыча. Он знает толк в этой игре. 8, 6, 11, 11. Так, я, наверное, докуплю себе 12-ю силушку. Но там архат, на архатом какой? 9 СП надо вроде. Да, 9 СП. 8 СП на эксперте это 200. 9 это 250. Хотя у меня есть колечко. То есть уже вот из-за этого колечка 9 СП не канает. Надо 10. Прикол? Как кольцо, блин. Кольцо здоровья сразу же компенсирует. Ну, 10 СП можно собрать с экспертом воздуха. Это латы. Вот у тебя латы. И ты, в принципе, можешь набить себе там. Так, ладно. Зная толк в этой игре, тебе рассмешило? Чё, я без рофла говорил. Так, фен в студию. 4 никса, конечно же, берем. Это сильные ребята. Мы их будем джинами прокачивать максимально. Так, по деньгам у нас что выходит? Давай, фен тут. Ты тут. Ты где-то вот тут. Кого бы еще хотел взять? Ну, монахов мы возьмем. Сразу давай возьмем. Они у нас по-любому в армии будут. Вот здесь и пусть и стоят. Так, 4400. Мы можем купить, чтобы мораль не сильно запороть. Сколько нам там джинов? 2 джина надо, да? И набрать землянок. Типа вот так. 3200. Сколько это землянки? 1600, 2000. А, нам хватит даже еще на одного джина. Пускай будет до кучи. Джин до кучи. Так, земляные землянки. Бэмс. Становятся вулканическими. Магма. Элементал магмы. Так, берсу мы ему тоже подконтрили, в принципе. Ему берс тут не особо выгодно будет бросать. Ну, короче, полностью водяная луна, практически. Будет разрывать Катберта. В теории. 4-2-5-9. Ну, там только арх из серьезного. Короче, врываемся, даем ему люлей. Я думаю, тут... Так, давай вот так. Мы можем все единички поубивать у него. Did you mix army from top and bottom? Чё? Yes. You have to.
Тупик. А он думал, что надо выбрать одного? Топ Обото. Что-то у него такое... А где армия? Я не знаю, где у него армия. У него ничего нету здесь. Всех потерял. Юэйзер пик топ о ботом армии. Not mix. Не понимаю, что он... Не понимаю, мне что-то так впадло сегодня вникать. Я люблю пообъяснять людям, но не сегодня. Что-то мне напрягает. Сейчас вот эту фразу попробую перевести, потому что я ее не врубаю. А ну момент. Ты выбираешь либо верхнюю, либо нижнюю армию. Да ты можешь любую. Что-то он там себе придумал, короче, как играть, и наплужил. Вместо тысячи объяснений геймфак. Сколько там пушка, кстати, нанесла? 16. Сейчас что-то напишет. Ага, он стрелку бросил. Ну давай тогда кинем туда этот. Так. Ну, всех поубивали. Тут какой-то Катберт просто... Ух ты, у него Resurrection есть. Вот это круто. Короче, Катберт, который с 9 СП, РХ заберет, мы не дождемся. Ну вот, дождались, РХ реснули. РХ реснули. Убили моего монаха. Ну, продолжим тогда так. Блин, не убили. Крепкий, блин, Никс. Вроде вторая защита, блин. Сколько мы нанесли в него? 111. Очень много забрал. 60% атаки, да? То есть, грубо говоря, было бы где-то 170. Ну, там, может, чуть больше. Книжка земли у него была. Неплохо.
Ну, сейчас он захочет, я думаю, отыграться. Он просто не понял, как это играть. Почему-то решил выбирать армии, там что-то верхнюю, нижнюю. Так, господин Аид не даст Аидыч отыграться поляку. Та-да. Глы. Поехали с Аидычем. Видамина. Джедит. Видамина джедит. Прикольно. Ну да. Видамина джедит. Прикольно. Так. Все есть. Та, с резуректом катать. И дурак сможет. Тут без резуректа надо катать. Давай, возьму тупо все, чтоб... Ух ты, как у меня все прикольно оделось. 0-8-1-3-5. Так, Видаминка, тебе нужна только... Что тебе надо? Болтяра какой-то хороший, да. Какой-то воздух, вода, болтяра. Земля тоже, кстати, неплохо смотрится. Общее замедло. Кидануть. Так, ну осталось воздух, воду взять. Блин, капец, не дают воздух воду, Видамине. Водичку дали аж вот такую. Прикольно, давай лучше атаку, конечно, возьмем. Сила магии, ну 12, конечно, делаем. 10, 2, 12, 6. Неплохо вроде смотрится все. Так, арх-код. Естественно, 9 вот этих ребят. И вот эта темка. Так, а, еще руха надо купить. Ну... Кого еще можем взять? Можем еще взять... Тан-тан-тан. Так, там плащ, поэтому можем особо... Вот так, да, становимся. 3-300. Лошадки прикольно смотрятся. Или вот эти, никсы, да? Никсы интереснее, они поплотнее будут. Давай так. Что там у нас с моралью? Все охеренно. Тринадцатый СП, блин, соорудил себе. Не достает птичка, ай-яй-яй. Что ж такое? Так.
Ну, типа так, да. Ну, болтяра может все убить. Слишком палевный. Так, 105, 105. И то мне выдали. Не, ну если там ударка какая-то лютая, то плохо дело наше. Дождемся, пока там пушка херанет. Так, можем, наверное, потихоньку наступать. Наступать-то в любом случае придется. 15 боевых против 12. Ну или можем пока чуть-чуть подойти. Блять. А что так по-дебильному? Так, чудик. Ну, сейчас, если какая-то ударка лихая, то будет больно. И замедло нас не спасет. Да не, я буду бить его. Скорее всего, будем бить Феникса. Да, стрелочку туда херанул. Сколько там код наносит? 32. А сколько там стрелка у него была? 184. Ага. А что не спарализовал, к сожалению, не спарализовал. Так. Двоих здесь можем выбить. Так, дальше. Замедло можно кинуть, кстати. Замедло так себе тут не спасает. Стрелочка 100, 112, 212. А там больше. Не пропустил пока код. Он пушкой пристрелит меня, типа.
Если пушка управляется, она вроде управляет, да, управляется. Хотя он что-то решил тут убивать. Так. Попытаемся спарализовать, наверное, этого парня. Не спарализовали. Два. Так, надо идти вперед, наверное. 276. Надо просто отойти, двумя болтами его убить, да и все. Так. Ну, он и так молодец, сделал максимально. Победка наша. Кстати, да. Защита от воды было бы прикольно. Но тебе хотелось убивать. Болт и стрелка. Поехали на экскаточку. Инхам. Огненный инхам против Зидара. Такого же огненного, да, может быть. Так. Ну, книжка земли, блин, тут беспонтово. Шапка. Вот это смотрится клево. Золотым луком, антиболт, антигипноз. Да, вот это нормально смотрится, кстати. У нас там куча личей под золотой лук. Т.
Так, давай пока так. 1, 6, 7, 2. Мало только маны. Ну ничего, сейчас мы возьмем интеллект Инхаму. Качнем его. Блядь, нету магии. Сука, ну все тут. Пустая сдача. Абсолютно пустая сдача. Ну сейчас, может, что-то возьмем еще, не знаю. Поднять мертвецов, конечно, прикольно. Так, воздух, земля. Минные поля, прикольно. Так, ну интеллект берем в любом случае. Если... А, выпал. Так, заэкспертили. Ну и моральку возьмем. Хотя у меня куча нежити будет. Телепорт дали. Эх, могли ждать что-то поинтереснее. Ну, минные поля только, да, получается у нас из приятного. Да, с минными полями не разбежишься. 15 СП. Да, минные поля вообще лютые. С усилочком под огонек. Крутяк, могло бы быть. Так, кого мы еще можем прикупить? Ну, наверное, вот так. Вот так. Хватает, да, денежек нам? И 3 джина. Ровно 3 джина. Так, как его тут прикрыть, блин? Давай, наверное, вот так. Попробуем вот так. Так, золотой дракоша 8-12-4. Давай вейт, посмотрим. Минус 2 морали. Будем лошадку, наверное, накачивать. Он взял типа латы, да, которые мне понижают. Так, давай wait. Блин, чё ж ты такое накастовал, говно? Не, ну вода неплохо. Вода не так плохо. Не сработала тучка.
Ну, конь почти труп. Защиту от огня, наверное, бросим. Ну, замедло меня устроит. Пускай бьет через лошадку. Двести одиннадцать. А сколько у него... А, на пушка вообще херню нанесла. Так. Пум-пу-пум, пу-пу-пум. Так, да я вот думаю. Жалко, часики не сработали. Так. Сто тридцать семь. Везде ж достает меня, да? Ну да, можем убить, наверное, этого. На этом этапе. Так, а стрелки я уже потратил, да? Да, стрелочки наши уже ушли. Все земляное, да? Так. Давай бить. Так. Блять. Раз, два, три, четыре. Надо отходить.
Так, а кто там еще на меня этот еще не ходил, парень? Минное поле прикольно, конечно. Может кинуть минное поле. Ну это дорого, да? 15. Так, дьявол жив. А не пропустит? Блин, она же может пропустить еще, кстати. Моя эта херня. Давай пока так. Да, наверное, минных полей придется накидать. Раз, два, три, четыре. Блин, а он меня может привязать, да? Надо убивать лошадку в любом случае. Надо привязывать лошадку. Ой, лошадку, господи. Убивать дракона, чтобы не привязали лошадку. Нельзя вейтиться, короче. Ни в коем случае нельзя. Хорошо подорвался. 240. Да, усилочек хорош. Победка наша, хорош. Хорошо, миночки легли возле моих юнитов. Так, у нас Джелар. Джелар Валеска. Угу.
Так, вроде неплохой у нас тут по этому. Вся моя ударка. Так, книжка огня смотрится неплохо. Ну, либо воздух. Давай думать. 3, 5, щит. Ну, тут три ожерелья мне не нравится. Книга огня неплохо выглядит. Либо... Ну, давай считать, наверное. Тут 7. Тут 6. Лук золотой. Под кого? Вроде есть под кого, да? Вроде как и неплохо. По СП. Тут 3. Тут пятерка СП с лету. Знаний. Пятерка. Тут 0. Короче, книга огня интереснее выглядит по всем раскладам. Как ни крути. Тут мог быть, кстати, эликсир. Не хватило одного колечка. Жаль, что мне шапка выпала. Лук золотой манит. Ну, эти стрелки тут не решают. 3, 5. Да, вот это хорошо, кстати. 3, 5 хорошо. Жертва будет. Так, пока, короче, все беру. Сейчас мы там распихаем. 0, 7, 8, 10. Так. Так, водичка нам нет, воздух хорошо и огонь, воздух и огонь. Мораль не надо брать, морали достаточно. Огонь в студию. Ну, мне хватит даже, давай возьмем волш... Давай моральку, пусть будет дополнительная мораль, не помешает. Ого, знаний сколько. Зачем мне столько знаний? Так. 140 маны, 10 СП. 3.11. Ну, пока не буду ничего покупать. Если останется у нас денежка, можем докупить себе. Так. Ну, тут денежка, наверное, не останется. Что-то мне подсказывает. Как-то так хорошо сдало. Так. Давай, наверное, 6 монахов. Это подешевле. А уже девочек купим 2 штучки. Так, давай, дракоша тут. С котом. Арх наверху. Ну, типа так. Да, типа так. Семнадцатая атака. Ну, понятно, что он купил пушку. Как же ж без нее. 136, 85. Так, сколько мы носим? 85. Да, убиваем нахрен ту пушку. 17-я атака, я обязан ее убивать. Сто пять, 200. Так, ну лететь туда не хочу пока что. Хотя можем подлочить. Можно было бы и подлочить. 17. У нас 11 Д, в принципе, вроде как выдерживаем.
Понизили атаку. Сейчас пойдем, наверное, в атаку Никсом. Никсом по-любому надо бежать, блокировать там что-то. Сколько он там? 23 наносит. Так, ну этого будем прятать, наверное. Или тоже пойдем в атаку. Там надо идти в атаку, я думаю. Стоять на месте особо смысла нет. Сто шестьдесят два. Ага, вот что он придумал. Вот что он придумал. А сколько титан нанес? 37. Так. Сносим, наверное, вот тут двоих. Или золотого лупашить надо. Так. Ну, такой вот интересненький бой. Не качнул любимый офенс, да? Тут продувка может быть, да?
Давай так. Сейчас нам нужно убить Титана, и в принципе с Золотым Драконом разберемся. Что там, рез у него может быть? 105. Сколько там? 108. 105, 108, да? Можем сразу выбить 194. Ой, что-то я плохо стал. Плохо совсем. У Идыча все хорошо с жопой. Но если победил такую тему, то молодец. Dark Storm против Клавия. Dark Storm против Клавия, да? Так. Это точно не берем. Вода смотрится неплохо. И земля, да? 3-3. Шапочка, блин. 3-3-6. Ну, вода не знаю. Под Даркшторма. Два этих. Не. Не нравится мне. Так, хорошо. 3-3-3-5. Интеллект нам нужен.
Дают еще водичку. Интеллект вода, да? Или уже без воды просто. Ну, интеллект я обязан брать. Никак без интеллекта, слишком мало манны. Шесть, шесть, семь, восемь. Да понятно, что берем манну. Ману-ману. Так, где мой компотик? Так, хорошо. 6, 6, 8, 8. А там клави. То есть, ну блин, клави, кстати, может быть очень жестко. Эти некроманты, у них почему-то всегда статы бешеные. Так. Так, 2600 у нас. Бычков можем взять. Или лошадок. Ну, бычки топ. Бычки могут дракона убить. Это, блин, такая вещь опасная. Так. Восемьсот пятьдесят это для вот этого. Давай вот так станем. Пять, пять, восемь. Угу. Ну, колечко наш. Блин, 68-е всего лишь колечко, слабо. Так, wait. 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 Так. Ну, тут стрелку в кого? В бычка, наверное, да? Защиту от земли. Херня. Так. Кот у него еще не ходил.
Так. Давай, наверное, сюда куда-то впихнемся пока. Нормально. Решил быка убить всеми силами. Ну, болт сейчас прилетит, наверное, какой-то жесткий. В ифрита, я думаю. Ждем каст. Да, я жалел, что болты будут. Я говорил, что будут болты. Так. Так, 104. Двести семьдесят пять по ифриту. Надо у него тоже выбить палатку как-то. Так, тут мы не убиваем. Блин, не хватает, да, для деревяшки, чтоб. Девять. Можем убить здесь. Еще у меня не походил золотой.
Можем тоже у него по эту прибить. Палаточку, наверное. Ой, да, палаточку надо убить, я думаю. Хотя ладно. У меня тут ставка на ифритах. Что-то картинка подвисла, но все нормально. Все нормально. Джедит у меня. А там Тирис. Джедит Тирис. Ну, накидка точно не для меня. Так, фангармы, да, еще, кстати, можем вылупливать фангармов. Ну, блин, тут слабо смотрится. Книжка огня вроде смотрится. Плаща не будет. Но тут ничего нету, блин. Блин, кольцо, опять кольца не хватает. Черт. Да. 3-3 взять. Усилок. Тут 4-5. Два кольца. Ну, такое, не знаю. Блин. 4 статов, 4 СПшки, 5 СП. Ну, рог, блин. Ну, с кого рог? Не, рог тут не канает. Попробуем огонь прокачать. Как минимум огнешар будет. 3-3-3-2, блин. Печальные статы под Джека. Под Джека Дидиту. И тут ни хрена, но нам, в принципе, тут особо ничего не надо. Так, артиллерия не канает. Ну, волшебство можем взять. Огонь, да. Огонь, земля. Заэкспертились. Четыре, пять, восемь, шесть. 60 манны, блин. Ну, не будет резиста. Да, скорее всего. Хотя, а вдруг у него не будет кольца? Или кольцо будет в таком месте, что он его не возьмет? Невыгодно. Или у него будет резурект, и он не будет его тогда одевать? Я думаю, что будет все-таки кольцо. У меня такое предчувствие. Моралька у нас тут +1.
Так, кто тут еще у нас? Ну, нежить я брать не хочу. Так, 6700. Две, две, четыре. И остается 2700. Ну, вроде более-менее. Насколько можно, тут мы что-то выдумали. 900. Типа того. Не, давай так все-таки. Ух, дабл чудики. 21 боевых. Скорость есть? Нету, да? Но достает нормально. Логично. Сорок два, 77. Так, думаю. Ну, берст неплохо смотрится. Вот сюда, да, наверное. Наги. Наверное, пойдем этого грызть. Так, думаем. Не загрызли мы. Не загрызли. Так, наверное, будем гидру прокачивать. Так. 26-47, да? Мы не убьем его. А этот будет ходить. Надо рисковать. Надо рисковать. Так, надо этого выбить, да?
Так, загрызаем, а тут кидаем. В 188. Так, думаю. Хотелось бы пушку грызануть. Там что, с удачей влупила тогда пушка. Сколько она нанесла? А, 92. Бля. Плохо. Плохо, плохо. Еще и удачу насыпает. А пушка там сама стреляла, я что-то не помню. Да, сама пушка стреляет, все супер. Двадцать один, так. Так. Очень мало маны. Седьмая скорость. Так. Так.
Так. Ну да, моралька его может сильно спасти здесь, если выпадет. Мы можем его покусать чуть-чуть. Чуть-чуть совсем покусать, а потом ослепить. Реса там быть не может. Тридцать восемь, 17:33. Вроде как и кусь хороший можно сделать. Так, 270. Так, будем этим бить, да? Блин, что-то я забыл, что со слепой ответки нет. Надо было змеем бить. Убивает гидру, то вроде не должен. Да, близко, близко. Еще одна стрелка, да, хватает нам. Сто девять. Чудик почти полутруп. Резист может его спасти, кстати. Mm-hmm.
Или слепо змея, допустим. Хотя слепо тут его не спасет. С удачей может убить. Не сработал у него дуплет. Окей. Так, ну шо? Так, причем без тельтегра я на это спихнуть не могу. Так, привет. Давай. Не. Так. Поехали с Фаустом. Гудлак, понеслась душа в рай. Даймриф Тарк. 4 коня, приятно. Ладно, смотрим. Так, лютые латы. После твоих слов. Так и получилось, что вернул, да? Так, и что нам тут? Две накидки. Ну, прикольно, что у нас магия по-любому будет. То есть Тарк не залочит. Так, куча знаний. Ну, лук золотой. Есть личи, да, вроде как? Так, пошел с Фаустом катать.
Ну, либо на латы надежда, либо все-таки вот эту темку взять. Антислепы. 3-3. Скорость, лук золотой. А кого мы купим? Давай прикинем. Раз, два. Кстати, может, я личей куплю. Может быть, личей я и возьму. Ну, блин, тут кроме лат ничего нету. Как-то полагаться на одну ударку. Тут три есть. Знаний куча. Антиберс забыл. Да, у нас тут нормально, кстати. Конечно, куча кулонов одинаковых. 0-0-5-12. Ну, что-то мне это больше понравилось. Фиби. Льдышка. Антимэджик. И все. Ну, какая-то ударка есть. Хорошо. Намекают нам на воду. Нападение, стрельба. То потом. Было бы неплохо тактику взять. Чтоб в нас воин не влупился сразу, но... Даймриф тактику хрен возьмет. Куча манны, блин, ну толку нам с такого количества манны. А, ну вот подклоны, да. Подклоны неплохо. Маны вообще охренеть сколько. .253. Лучше бы, конечно, льдышка была посильнее. Так, морали у нас плюс один. Может, и не буду брать нежить. Может, и не буду. Так, думаю, что можно еще такое. Давай нага тут, конь здесь. Берсы никакой не будет. Или давай птичка здесь, а нага тут. 2900 у нас осталось денежек. Да, не будем брать этих уже. Тупо на джинах будем выкатывать. 1650, это еще 1000 останется. Останется тыщеночка. Блин, взял золотой лук и ни одного стрелка не купил. Короче, лучше бы я латы брал, наверное. Бля, точно, латы с усилком, охренеть. Да, чуть неправильно я взял. Надо было латы, блин. И мы бы могли тупо ударкой бы фигачить. Мораль, не хочу я брать личей. Вот тупо не хочу. Ладно. Давай так. 1100. За счет ударки и лечения можем выкатать. Ну, антимагия еще есть на этого. На чемпионов можно бросить антимэджик. Ну, блин. Вроде что-то, да. Что я повелся на этот лук золотой? Тупо на эспеху не хотелось покладываться. Ну, получилось так. Ну, если там дракон сейчас какой-то. А там дракон, наверное, будет. Нет, там архипушка. Архипушка.
Еще и 8 СП. Да, я, кстати, может быть, с ледышкой выиграл бы. А так хрен. Пушка 13. Мне надо пытаться выбивать арха, наверное. По крайней мере, пушка без золотого лука. То есть урон там под соточку максимум. Уже засыпаю. Сто шестьдесят пять. Ну и что мы можем? Давай вейт, смотрим. Да, если был бы с усилочком, то нормально бы лупанули архангела. Ударка есть. Не тот взял. Если была битва ударок, то может быть что-то я выдумал бы. А так. Типа что, архангел не убивает феникса? Так, сможем ли мы убить? Наверное, хрен. Наверное, 165, 4 коня. Тридцать девять. Ну, разве что конь убьет этого чувачка каким-то чудом. Давай постоим, подождем. Ни хрена себе, 197. Ого. Понял.
Я скипнул КВ у селок, так как там без СП и знаний. Так, ладно, я не хочу уже. Без кайфа играется. Так, ну что, ребятки, закрываем богадельню на сегодня. Закрываем богадельню. Все, покатали.